Феноменальное событие происходит на проекте «Сбросить лишнее». Третью неделю подряд участники отказываются от борьбы и добровольно покидают проект. На этой неделе таким слабым звеном стала Наталья Черникова. Ну, спасибо, Наташа. Я не подведу тебя, я выйду в финал, как и обещала. Ее не сожрали, нет, у нее семейные обстоятельства. Надеюсь, что я буду победителем. Сиськи уменьшились, все, нет, сисек, у меня все, депрессия. Пот, кровь, усталость, голодов. Остались одни титаны. Мой вес не попадет в финал. Дружба с Юлей? Конечно, поможет. Она же будет за меня голосовать.